В центральном районе загорелся автомобиль. Сильное пламя мгновенно охватило машину такси. Загорелась машина такси. Все произошло на улице Академика Макеева. Загорелась машина такси. Потушить самостоятельно пламя ни очевидцам, ни шоферу не удалось. На место прибыли сотрудники МЧС. Для тушения возгорания привлекли 1 единицу техники и 4 человека личного состава. Причины возгорания станут известны позже. Будут работать сотрудники отделения дознания. По предварительной версии, под капотом коротнуло проводку.